пускай он наточит. Все, побежали. Ну ебаный рот. Кто такой? Это спик надо поменять. Ой. Ху. Ничего не надо прокрикнул, блин. Где Грива? Он идет. Что, в палатку зайдем? Давайте Геру откатится. Будет валяться тоже надо захиливать, да? Нет. А что осталось? Синдра лич. Ну, если 9 боссов, какой синдра лич? Багает. Лана, походу. А не, мы Лану убили. Или нет? Да багается, все нормально. Блин, я ж стоял, не, не этот, не один стоит. Вообще-то, я тебя заразил. Не, так я реально... А, ты меня заразил, я... Думал, что я тебя там. Ты ж вроде впустят, если это, да? Покинуть тело или нет? Да я крестом стал. Тебе надо было вылимить. Вот мы все сферы на второй базе на 70 сносим на подлоск или нет. Как хочешь, можешь поэрелить. Не, я имел в виду просто. Мне без разницы, куда их сносят, главное, чтобы бафы скидывали люди. И чтоб синдра не дергалась, нет? Сейчас тебя заражу обратно. Пойду я к мадам. Вот, слушай, можно ему зон послушать? Послушай. Спасибо.
Ля, смотри. Еще одни плечи, блядь. Че, поезд дорогой, нет вообще? Поезд один косарь. У меня ничего не выходит. Завидуйся молча. Опа, Честер читак. Все, багунка упала. Все, Честера в ЧС. Честер, а что там? Что там? Честер ее покупал, а теперь она ему выпала. Что-то сегодня везет, короче. Можно минутку водички попить? О, я тоже их покупал, дамские пальчики. Кому упали дамские? Думал. Но они подешевели, я все равно меньше за них получу. Сейчас они где-то в районе 10, я за 13, по-моему, брал. Побежали на синдром. Портал есть открытый. Честер баблом поднялся, да? Рыба есть? У кого-то? У меня есть. Ставь. Но я на лича оставлю, у меня 6 штук осталось. Смысл на синдром? Да понту ставить ее. Ты потом купишь рыбу, если на лича не хватит. Слетаю, куплю, если надо будет. Коня сменить. И выйдеть будем? Нет. Она больше не выйдет. Все, ну я в этот в среду бил и выйдется. А зачем и выйдет? Ну. Зачем? Выйдет ее только для того, чтобы идти на балкон. Для этого, блядь, остальное, зачем ее выйдет? А что, рыбу кто-нибудь брал, нет? Так вон стоит. Там рыба стоит. Поставь. Кто с конем? Хозяин, ты с конем. Поставь от льда. Хорошо. Чё, ты релишь, да? Ой. Можешь порелить. Я не хочу. Дай мне ассист. Стандартные метки вам поставлю, блин. Зачем метки-то нужны? Чтоб были, блядь. Я уже прошлый раз заметил, как, блядь, без меток нахуй выносили, блядь. Все, кто тактики не знает? Еще тут есть такие люди, кто не знает тактики? Конечно. Алиса, что не так? Дождан, ты это, Велима? Я понял. Тут неожиданно с холипалом будет пробовать. У ДЦ нету шипешника просто. Не будет метки с черепом. Блять, еще и окно закрылось, ёб твою мать. О, точно, сейчас, секунду, ребят. Что за окно вспомнил, что ли? Да оконный режим, блин. То я траву собирал, чтобы поворачивать. Секунду, у меня что-то лаги пошли. Так, графика. Оконный.
Сори за долгое стояние, короче, сейчас. Арчу я последний на пул. Готовимся прохиливать рейд. Заходим, пуляем. Прохиливаем рейд. Поднимаем рейд, Частер, блядь. Хозяина поднимите. Зачем вы сюда явились? Время на огром. Блин, еще честно. Сбежали. Куда мы попали? Охуенно. Ложимся, нахуй. Роми, блядь, хозяин, чё за хуйня? Так я. По-любому. А, помогите. Сука. Мы ж в мате, да? Что? Мы в мате, говорю. Что в маке, блядь? В каком маке? Я в мате. Отюкаться можно? Да, ёбаный. Можно. Понимаешь, что ДЦшник хилит вместе с Холли Палом, нахуй? Нахуя вы так стакаете, блядь? Как будто, сука, первый раз тут. Тем более, блядь, перед притяжкой, нахуй, стакаете стаки, блядь, смотрю, у хозяина, нахуй, уже 28 кхп, блядь. И кто тебя хилить будет? У нас сардру нет, нахуй. Ну вот ты мне покажи, где у меня стаки были на притяжке. Я не знаю, нахуй, как тебя на притяжку уехали. Да, после притяжки не отбежали оба. А, вот покажи мне, где. Какая разница, блядь, стаки не стаки? Вопрос в другом. Какого хера ты умер, блядь, обжигаешь его холод? А ладно, он играет редко, не нагоняй на него, он же в отпуске все-таки. Кушайте рыбу. 4 рыбы осталось, да? Нихуя ты математик. Шо, СС вешать, нет? Вешай, ну. На Ойда, либо нет тоже. Не, я на Орхидею повешу. Она если что бернет. Ну давай на Орхидею. Да не, мне блин кажется, что тебе лучше на себя СС вешать, потому что ты один из сейчас ДПСеров. Либо на себя, либо на Роме. Да тут не сорвать агро, ты чё? Фулл ребафы раздали, чё стоим? Если я срываю агро, значит там хреновый. Расскажи, блядь, Фурика, который со мной ходил, фулл бисовый, блядь. А я паладином, нахуй. Сукару обычку, блядь. С паладина легко сорвать. Да, я знаю. Какой, Димон? Найн, который? С нашей гильды? Нет, с Джоуков или из Иллюжинов, типа. Насколько он дает? Больше нашего Димона? Ну, Гарри на первом он давал боссе 17 с бурста, потом умер. На каждом боссе умирал, потому что я игра срывал. Ну наш тоже ж под 17 дает, видишь, просто не ходит в инсты. А он не успевал дамажить, потому что его сразу убивало, блядь. Так, кто с ваших 17? У него шемка есть? Нет у него шемка, ну этот щит, как-то у него вар такой был на мой... Щит хэппинес, ну? Завязывайте, да. Обновление кидай при спорейду и заходите, пуляйте, что вы делаете. Не болтайте лишнее, время идет.
Спросил Рейна. Давай идем нахуй. И как ты говоришь, умирать, ну тут. Ребят, когда ее выйдешь, такого не случается. То, что я вам говорил. Чего не случается? Что не случается? Когда на балконе бьешь, она не бьет такими плюхами. Это уже исправили. Реально издеваетесь? Я не могу. Но понять. Я в среду бил ее. Какую среду? Та, что была. Могу вам немножко подсказать. Есть в рейде шаман, есть в рейде сова. У них есть исцеляющие способности. Чтобы не умереть, можно покидать омоложение, можно дать пару цепов. И начинайте играть за свои классы на 100%, а не на 20%. Вы видите, хилы не справляются. Дал цепухи, омоложение на себя, восстановление, покровительство природы, пока стоит орхидея. Хорошо, а что мы будем делать? У меня не было мысли, что они не справятся, если честно. Что мы будем просто делать на третьей фазе? Да, я сейчас дам цепи. Теперь мы это увидели. Даже не помогай абсорбить, я не знаю, щитки накидывай, ну не знаю, их подхиливай как-то. Да, щиты на всех были. Ребят, я сейчас тормозок положу, 2 минуты, подождите, надо сложить, а то, блин, варенички мои раскиснут. Я не масс хил, у меня есть где-то, типа, ну, только вспышка хил, свет небесный подождет. У тебя символ света небеса есть? Вон он есть. Конечно, есть. Все в одну точку должны вставать, и ты его нон-стопом должен кастовать. Все, кто не умеет хилиться, садятся, жрут. На ДЦ кидай частицу и хиль всех. Окей, хорошо. Приоритете... Так, еще один трай, ДЦ холипал потом. Вот эти вот, кто не хилит. Если хотите, я в холи пойду. Там чуть побольше маст. Ну вообще, холи прист. У тебя холи прист есть? Холи прист лучше, да. На синдре, чем ДЦ. Так давайте лучше холи прист, реально, зачем? Ты... Успехай себе холи приста. Ты должен это знать, прист, надеюсь. Что холи прист здесь решает просто. Так, Войт, ты где? Набегаешь. Дом тут? Давайте садитесь спать. Что за херня? Чем мы вайпаемся здесь? Что не против, то не против. Каски фулл ребаф. Честер. Что там бафаешь? Че, бафы закончились, что ли, блядь? Ребята, это не ППГ, здесь надо очень серьезно относиться. Выжимать максимум из себя. Из вашего персонажа. Каски нет. Хозяин тут? На пристине. По пристам каски. Хорошо. Кулак повара. РЧМ. Кулак повара. Честер кулак. Ну, он, наверное, музыку включил, напиши ему почему. А я слышу, я здесь. Так, Дум отошел, блин. Че? Вот первая, на второй фазе, первая нитка именно в центр, вторая в центр, да? Угу. Да как мастер скажет, мне без разницы вообще. Хоть... А мастер Рейли? Хоть на ступеньки ее ставьте. Главное скидывать стаки. Все, вы должны это понимать. А не куда метка ставится. Мне без разницы. Можете ее ставить, хуй рисовать из меток, блядь. Извините меня, блядь. Главное, так вот и нарисовано, смотри. Вы должны просто понимать, что за меткой надо скидывать стаки. Их надо бить, разбивать, освобождать людей. Все, вам больше ничего не надо знать. Ни метки, ни центр, ни хуя. Всю хуйню не надо знать. И чтобы босс не дергался далеко от босса. Глаза есть, увидите там. И от меток отходить надо, надеюсь, все знают. Хозяин, 9 стаков я тут много. Понимаешь? Так, все, готовимся, блядь. Кто не умеет себя хилить, садимся, жрем любую халку. Остальные, кто может прохиливать, хилим. Если не можешь, даешь божественный гимн Христа.
Извините, а Джилса нема ни у кого? Кто кого? Нету Джилс. Джилс, блядь, на первом этаже есть мобил, блядь. Потом починишься. Ты не поможешь. Не чинится мне. Все, готовы? Пуляем. Так, все хорошо, пошли. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордсвола унесут ваши души. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Придумай за притяжку сейчас. Убежали. Трепещите! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Дот развешен. Убежали наверх. Фридом, дайте по ДК. Проанонсите клубы, где падают. Справа. Далеко лево. Центр. Алиса, после этой иди лови. Что-то вы их совсем не разбираете? Да есть слева и подбитые уже на 30 кс. Упало, разбили все. Ты истерию на протовара отдала, если чё. Я это поняла по стопам, была истерия. Побежали. Вы чувствуете, как ледяная ладонь трепещите, смертные, ибо ваша шалка... На взлётке 10 секунд, дамажим. Жаль, наверх дали фридом. Никто не уцелеет. Не слочи данных кидай. Посередине. Посередине в том же месте. Стоп по левой. Забежали за глыбу с другой стороны. Слева пара. Иди лови, Алис. Справа, близко. Разбили. Скорая притяжка. Бежали. Так.
Веди назад. Назад уведи. Да взлетать будет все равно. Да, рыда. Ага, да, блядь. Ясно. СС был? Чё? На СС КД. На прошлое сгорел. Справа близко. Похуй, траим до конца, мне посрать. Посередине. Центр. Стоп по левой. Забежали в другую сторону. Дум. Пошла ловить, Алис. Честер, блядь. Геру? Давай. Вот так уже не успеваем, блядь. Успеваем, если никто больше не упадет. Скоро вторая фаза, готовимся. Метка скоро будет. Становятся все метки в звезду, в центре, то есть. Квазапро, ДЦшника. Ушли милики, не замораживаемся. Только одна метка должна заморозиться, блядь. Назад отойди. Быстро разбили. Иди. Хозяин. Дальше стань. Притяжка. В звезду надо становиться. Разбили и ушли все с центра. С центра ушли. Блядь. Быстрее разбили все метки, блядь. Ты заморозился, мастер, или твой хозяин? Я заморозился. Дума заморозился. Отойди в сторону, отойди, просто блядь, влево. Дум, отойди делаешь? Слева. Быстро разбили метку. Следующая метка, на центр. Ушли все нахуй с центра. Хилы. Замораживаемся, выйдем. Ну как будто, сука, тут первый раз, я и богу нахуй. ДД, я вам все такую фигню открою. Вы глыбы вообще не должны бить. Если миликов хотя бы двое есть. Для чего это делается? Для того, чтобы у вас в этот момент не прокляли ваши трини или еще что-то. Два милика, если есть, да даже я один сношу эти две глыбы спокойно. А у Орхидеи вы пробовали? Есть такая функция в интерфейсе. Значит, интерфейс, мышь и перемещение по щелчку. Если воспользоваться... Да, стоит. Стоит, да? Вот на удобную... Смотри, да, я извиняюсь, что я перебиваю, смотри. Она мискликнула и не сработала лень. А лень на панели на первой кнопке стоит. Она пожала, отбегала и только потом увидела, что валение не прыгнуло. Все предыдущие эти отбегает нормально, валение, все как полагается. А сами додумались насчет перемещения по щелчку, или это я вам говорил? Не, перемещение по щелчку у нас, я с самого начала стояла всегда, потому что удобно, например, ты кликнул куда-то правой кнопкой, и все, и туда полетел, да, и все. Да. Ну, чтобы не бежать через синдру, да. Чтобы через синдру далеко не бежать, чтобы в рейд бежать, это обязательная тема. Если экран сложно поворачивается. Ну ладно. Делаем по-другому немного. Ну, самое оптимальное оленем отбегать.
при текущей качестве компа, ну, реально олень топчик выходит. И вот, ну, единственная вот этот раз, это она прожала, но в оленя не превратилась. Надо стараться убить два хила синдроида. Не знаю, как лично, но надо задамажить без смерти. Секунду, секунду. А чё вы на фласках экономите? Что? К примеру. Роме. Орхидея. Выдал 10 фласок, профлакала, можно 10 ВП давать. Алло! Так что ДПС у нас очень маленький, я не знаю. Орхидея вешает СС. ДПС хватает для убийства. Не, ну просто почему... Я не знаю, блин, ну... Это, знаешь, это тоже своеобразная будет подготовка, я считаю. Ну, это подготовка, но я вижу цифру. Я убивал синдру уже 3 раза. И нужно давать ДПС, который у нас, ну, есть. У нас хватает его для убийства синдру. Надо просто не падать. Все подтвердили. Так, сейчас у меня что-то лагануло, багнулось, блядь. У меня нажимает правую клавишу, он сразу бить хочет, блядь, свои шары ломать. Сука, что за хуйня? Ретрик, а ты умеешь флешками играть по рейду? Вот. Он с глобами играть не умеет. Вот а можно вопрос? Смотри, тут хилам... Почему ты умер? Потому что когда выносили глыбу, тут именно идет как на РС 25 обычка или десятка, и на метеор. Он именно сначала идет лужа, а потом он, ну, именно замедленная, типа метеор, грубо говоря. Когда вы ставите пацана в центр, и мы отходим, 3-4 шага делаем, это 0,5 секунды мы теряем, чтобы отойти. Плюс то, что когда именно глыба замораживается, это еще 0,1,5 секунды. То бишь, я отойду. Чел заморозится, я к нему подхожу и тебя хилю. Просто Настя, надо как-то, не знаю, выносить влево, там, потом в центр. Ассиста, поставь метку, куда нести глыбу. Сейчас он будет. Да просто первое, давайте сюда. Смотри. И босса не запусти там. 2, 4, 6. Я тебе ассиста дал, 3D метку поставь людям, говори. Неси этот, в ромбик, неси в звезду, неси в крест, блядь, и все. Смотрите, 1, 3, 5 несется именно в крест. Влево, 2, 4, 6. Да, 2, 4, 6, то бишь, первая идется влево. Лучше хорошо, мы возьмем именно немножко стака, подкопим. Вторая именно в центр, третья влево, четвертая в центр, пятая влево, шестая в центр. Все, только 2, 4, 6. Четные в центр, нечетные влево. Все, в чем проблема? Вопрос, РДД бегают за крест стаки скидывать или нет? Нет, РДД просто втыкают босса, милики просто бьют именно ту глыбу, вы которая первая. Вы должны до этого времени прохиливать все это, блин. Там стаков много не будет, максимум 5. Блин. Пока да, да. Будет. Потому что очень тяжело. Тут именно замедление идет по глыбам. В плане того, что... Идет метка на человека, в центр выносишь, но она не сразу же моментально замораживается, она именно там, не знаю, 0,5 секунды. Принимай, давай захилим. Принимай, давай, пуляй. Все, пуляй. Все. Ясно, спак набрал на пыль. Бежали, бежали. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Трепещите, смертные! Здесь ваше вторжение и... Шли наверх. Freedom Pan. Дальницу, хорошо. Метки зашли.
Лево-право. Справа падает. Слева забежали. Стоп по меткам. Сзади забежали, с другой стороны. Пошла ловить. Обернулись обратно. Разбили. Сейчас притяжка будет. Что-то с таймером не понял. Убежали. Роми, блядь. Спрохил его. База через 3 секунды. Продотали. Убежали. Никто не уцелеет. Метки вниз. Посередине падает, забежали с левой стороны. Посередине справа. Стоп по правой. Стоп по левой. Пошла ловить. Справа близко. Разбили. Отошли, челы, блядь. Много сталков. Я стану, я видел, что я хреново бегал. Пробафали шамана при взлетке, когда будет. Поднялись, фул ребафы раздали по шаману. Метки вниз. Хил не ловите, так что глыбы, блядь. Хил в глыбе, что ли. Слева далеко. Если бы еще Freedom дали. Freedom по ДК. Что ты там делаешь, Алиса? Она стоит. Дай свалить оттуда. Дайте ей Freedom нахуй. Слева падает. Иди теперь лови. Правую разбейте. Я бы тебя прохилил сначала. Разбили. Геру даем или не даем? Нам хватит, да. Такси. Геру. Первую влево, вторая под босс. Ну именно там. И под босса внизу, первая в крафт. Буду называть. Вторая фаза скоро. Вторая фаза, готовимся. Первая глыба в крест.
Войд. Разбили. Крик. Центр. Кто центр? ДЦ. Да, притяжка после этого должна быть. Куда ты бежишь? Пиздуй глыби скидывать стаки. Кто нахуй заморозился? Притяжка. Блин, у меня, по-моему, телефон звонит. Я налево пошел. Боссу не забываем играть. Разбили левую. ТЦ на центр. Все ушли с центра, блядь. Не должно быть две заморозки, нахуй. Бросай через 3 минуты. Да хуя у вас ТПС и времени. Разбили. Налево ты дум. В крест стань. Разбили. Вот сюда на центр. Сейчас притяжка должна быть. Дух на меня кинь. Прохил вот сюда нам. Ушли все от протяжки, ушли. Дух, дух на меня кинь. Киньте, короче. Я не знаю на кого. Центр, на коня, а, слева, слева, слева. Я стою, танчу босса, блять, на кого еще? Я по голосам. Разбили быстро. А кто Бэр, давайте мне. РДД, бейте босса, твою мать. Я сейчас в центре иду. Отошли от меня. Захиль, холи приз. Захиль, как боженька. Захиль танков. Блять, опять я нахуй смерть. Гимн на хп, читай. Читай. Гимн на хп, давай. Влево ушел. Спокойствие, орхидея. Последняя глыба и будем добрать. Важдан, по хиль цепуха мереет немножко. Ага, хорош. После давайте рост, ёбан. Гера уже была. Задум в центр. Похуй, стой там. Да, бля. Разбили ее. Следующие глыбы выносим в сторону. Убежали все тут. Все метки далеко от рейда выносим. И бурстим босс. Давайте бурстите, пусть бегом. Захиливайте. Бурстим босса, метка не бьем. Похуй на стаки, блядь. Которые РДДшные имеют. Убегаем. Не успеем. Да 900 камер. Эти, блядь, лишние смерти нахуй. Ну давай, давай. Давай, да? Я еще хилю, давай. Да некому бить, кого ты хилишь. Давай, давай, давай. Ну, давай, давай, давай. Я хилю еще. Уже нет. Блять, вы, сука, заебали, отвечаю, сука. Блять, ракин нахуй. Вот вам инфляциячек парочку, даже смерть можно было учитывать. Это, блядь, притяжка за глыбой, на вас всех и положила, блядь. А, нет, чего за паника начинается? Это, немножко это? Неровно стояли. Кто неровно стоял? Все неровно стояли относительно центра, либо мы, либо дракон. Потому что она тянула не через глыбу, она тянула вдоль глыбы. Кто там еще заморозился? Глыбе второй. Дум. Я заморозился. Вот как она называется? Ледяная бомба, да? Ледяная метка, если не хочешь заморозиться, блядь. На ним сразу метка, нахуй, видно, блядь.
Просто название, я думал, что это этот выскочил. А знаете, что нам не хватило? Вот эти, блядь, две замороженные глыбы вам, блядь, не хватили, на. Не командуй слишком рано бурстить вот эту хуйню. Вот это, блядь, в глазах блеск. Бейте, у вас... Ты смотри на таймер берсы. Смотри на время, блядь. Если там 40 секунд есть, и у тебя полтора ляма, то можешь командовать, блядь. А у тебя там было сколько там? Полторы минуты или две? Полтора ляма было. Полторы минуты было. Ты на двух лямах, на двух с половиной сказал, ой, блядь, в сторону. Сука, не торопитесь этого босса убить. Главное здесь выжить. Людей с меток надо разбивать. В голове в своей это поймите, блядь. ДПС вы в глыбы поставили, и у вас не хватило ДПС, и пошла берса. ДПС падает, босс не бьется, блядь, и пошла берса, блядь. Ассистите, принимай. Ассистите хилом, ассистите совой, ршамой. Не падайте. Короче, брат. Так, Эрпал, вынеси каплю на панель, а Холи Прист гимн на ХП выноси тоже на панель. Когда сильно-сильно просеждают, именно просто на все гимн на ману кричишь, а ты, блядь, вынеси просто на все вот таргет возьми, запомни цель танка, и дашь ему, короче, просто на все каплю. Ибо нихуя, вообще не знаете свой класс, вообще просто я хуею. Кто-то кричит, дайте мне дух. Я вижу, замораживается шаман, я дал дух по шаман. Сейчас, ребят, секунду, телефон. Давай. Он не дал дух по шаману, шаман бы сдох, и глыбы бы не было, притянуло бы все. Я шаману дал возложение, я его спас. Он возложение глыбу умирал уже, он, у него было 5 хп в глыбе. Я ему возложение дал, он сразу на фул хп поднял. Все, хорош. Давайте лучше играйте лучше. Так, пристабав. Пью ману. Бурстить, я так понимаю, на полтора ляма. Не вижу смысла, потому что мы не сможем убить. Геру, давайте, пожалуйста, когда 30, там, 35%. Вы слишком рано ее даете. Вам не хватает. Так может ты поэрелишь тогда? Орхидея, что за ДПС? 4К, вышел. Да, нет. Хозяин, блядь, 5К ДПС. Понятно, пизда ему. Ну мертвая была, алло, честь. Короче, харе спорить нахуй, потом разберетесь, блядь. Если что, будете ГП лутать дальше, нахуй. Короче, на пол, блядь. Каски нет. Каска по престам. Честер или хозяин, хозяин. Так, Дум, ты где? Да телефон, все. Телефон телефона. Фласки выпили у кого есть, ДДшные, блядь. Сопроты пейте свои, мне похуй. Должны выжить и убить, блядь. Не ебет ни разу. Так, все. Хастпоты, что хотите, пейте, блядь. Зашли, пуляем. Сова, сова, прохилим, не думай, не думай, заходи. Рейд прохилим, сова ты где? Подняли рейд. Бежали. Че она так улетела рано? Таймеры сбились. Пизда будет нахуй притяжка. Предлагаю упасть. Давайте. Падаем нахуй. Замораживаем. Заходите в метку. В метку попадайте. Да, вам нужны таймеры? Там, короче, притянет на второй фазе, притянет именно под глыбу и заморозит весь рейд. У нас же было эта хуйня. Постоянно такая хуйня. Когда именно она взлетает до того, как не должна, значит таймеры сдвинулись, и, блядь, она будет притягивать не тогда, когда надо. Зато Роми такой бурс проебал, да? Да, она вообще улетела рано, блин. И то ДПС. Не знаю, Холи Прист красавчик. Очень.
Масса рез. Так Холи Прист, а ну-ка расскажи мне, пожалуйста, почему орхидею не прохилили, когда она встала от босса и добежала уже, пробежала пол карты и возле сдохла возле, так сказать, левой груди. Че ее не прохилили? А ну-ка расскажи. Потому что сказали ложиться, блять. Нет, когда били. Предыдущий трай. Потому что стати были много. Да, когда именно на второй фазе. Риснули всех меньше разговора. Не, хули приз сказал. Приста риснули, блядь. Где приз тут? Если мы убьем и сейчас хозяина поднимаем. Третьего хила не надо, просто на все. А кто такой хули приз? Это который не прохилил сову. А, блядь. Сова постоянно стакает. Сделайте что-нибудь с этим. У нее попросту лапа отваливается. Сова стакает, потому что стаки приходят, она тормозит на 6-7 стаков и все. И дальше скидывает стаки, и дальше продолжает. Почему 6-7 на сове? Или вообще не бить? На второй фазе, вообще... на второй фазе нельзя так делать. Не знаю, я вообще только вот максимум сейчас 4 набираю, даже 3 бывает, и сбрасываю, стою. Я так же, такая же хуйня, блядь, 4 максимум, блядь, у меня. Ну, не, на хули пристань не надо ничего бить, он нормальный чел. Мне он нравится. Я плане, не подождите, подождите, на второй фазе вообще не бить со стаками? Да. 2 стака максимум, что может быть, и то, если не увидела, блядь. Там-ка есть таинственная энергия, которая тебя может шотнуть нахер даже с 5, блядь, стаками. Ну, не шотнуть, ну, блядь. Прохилать нахуй может быть. Ну там сложно. Проблемы начнутся у хилов очень большие. Не 6-7 стаков это первая фаза. Полиприз классный чувак, нормально. Я вот с ним не рад. Я честно, если мы Синдру убить. Холипал, иди ты в жопу. Ты смотри, и вот это сейчас вот это сказал, он в прошлый раз фотки вместо девок с пацанами скидывал фотки. Монашка, да? Зашли все в центр, стали, спулили босса, блядь, хилимся на. Кушаем же. Ёбаный в рот. О, Холли Прис, нахало. Ложимся ли БР даем? БР давай, чё-то. Давай, БР ему. Метки зашли, блядь. Вы определитесь. Роми, ты куда, блядь? БР давай. Дали БР, всё, встал, блядь, прохилили. Эй, убегай! Залей ману Честеру. Ману регеним этот. Об глыбу нахуй Честер. Прорельте бомбы, если они не видят. Лови уже. Хозяин, по себе каску дай, пожалуйста. Бежали. Сейчас упаду. Ложимся нахуй. Вставалки нету? Нет, когда? Да давай заморозимся лучше, чё ложиться-то? Ждём глыбы. Отверни назад. Сейчас будут. Все стали в глыбы. А чё, сержант, кого-то кинул этот? Да вы метки-то две, разойдитесь в сторону, вы сейчас ваншотните.
Я бы вообще предлагал Честеру не сотку давать, а сразу пятихатку. Лимон дайте мне лучше, миллион. Потому что он тут вообще тут был такой бычок, блин. Да миллион ХП мне. Ты сколько там Честер уже накатил? Я? Ну а кто, я что ли? Немного. Ну, еще немного. Тебе еще чуть-чуть осталось. Нет. Сука, вайпайтесь на такой хуйне, серьезно, блядь. Это пиздец просто. Понимаете, ДПС хватает за хила, хватает. Не, блядь, должны умирать, сука, по очереди, блядь. Нет, я заметил, когда именно притягивать Синдергосса, нужно стоять, вот когда вот Алиса разворачивает босса, нужно стоять в треугольнике, именно вот где эта вот ниточка. То бишь, когда Синдергосса притягивает просто на все, она именно не так притягивает под лапку, она притягивает просто в центр именно дракона. То бишь, нужно всем стоять именно вот именно в этом треугольничке. Чем ближе стоишь к боссу, тем скорее ты пролетаешь, тем скорее ты убегаешь. Быстрее. Да, вот я это заметил просто на все. То бишь, в плане лучше стать поближе. Это еще в прошлый раз говорили, блядь. Так, мне надо макос переделать, это пиздец какой-то. Там щита нету и пиздец. Где этот щит? Приор. Привор растет вообще на Синдре сразу же. Да. Да нам с Вайдом легче нахуй жить потом, блядь. По Приору. Сейчас мы еще с Вайдом, если начнем ГП ловить, это уже пизда будет. Рычу на пол. Нет, секунду. У меня нет ни каски, ни кулака. Где каски, где кулаки, Честер, блядь, твой хозяин. Сейчас, секс. Честер, блядь, ты упиздец. Читас, ты где там? Читас. Так, задум. Тут? Давайте убивать, это вообще вата, вата босс, реально. Так ты не сдохни, вата. Все тут. Бля. Мы же час траем, я только один раз сдох. Ну, с кем не бывает. Я что, робот тебе или что? Запускаем. Ну, я тоже сдохал один раз. А толку с лачем в хиле? Что, будем в три хила идти, что ли, блядь? Нет, два. Да в три хила ДПС сдохать. Ушли наверх. Фридом под экран есть. Поттер, да, сейчас метки не бейте вообще вы. Слева далеко. Близко посередине. Справа далеко. Стопом меткам. Иди лови. Под зеленкой желательно. Разбили. Блин.
Что такое? Это 4 стака. Бежали. У меня сейчас опять херня. Я сейчас опять, скорее всего, упаду. Что такое? Он у меня тупо отбегает вперед. Беги вперед, нахуй, через босса, блин. Зачем? Если ты не можешь успевать. Так же при притяжку делай и все. Пошли наверх. Это вообще здесь по-хорошему ставят эти на боты, короче, энчант к скорости бега. Он недорогой. Клык. Ну, инженерка это так. Слева лист. Если ты умеешь бегать, тебе, блядь, не нужны никакие чарки. Я не умею. Кто по глыбам, блядь. Третья падает, а уже нахуй чуть не мертвый, они, блядь. Иди лови. Справа близко зашли. Разбили. До следующей взлетки вы оставите хотя бы 8 лямов, то геру даем на 3 фазе. А, блядь! Что за хуйня была? ГП мне нахуй. Под сколько вот можно это... умирать-то вообще, а уже? Чё за дела-то? Знаешь, что я сделал, блядь? У меня макрос. Лохану. Давай, рель, закройте рот. Короче, потом скажу. Взлетело. Пошли наверх. Бэр, когда... Смрусьте! Фридом. Не спустились. Когда откатится БР, дашь мне БР. Нахуй этот макрос. По центру. Справа, далеко. Посередине, далеко. Когда поднимешь его, разбили. Когда он встанет... Ну, не разбивайте. Тогда близко, пошло ловить. 5 секунд до БР, разбили. Склепы разбили быстро. Поднимай. Встаю. Захил. Рост. Кастер, дай. Давай, как. Вторая фаза. Готовимся. Метка первая налево пошла. Побежал я. Разбили. Следующий центр в звезду. Честеры. Ушли все с центра. Бежали. Прохил рейда. Фриз на центр. Ой, налево, Фриз, налево. А мне куда? Мне! А это обжигающая магия, блин. Все это... Вайп. Падаем. Что у вас на второй файле случилось? Дай мне ГП, блядь. Вы не можете считать, вы считать умеете. 1, 2, 3, хотя бы до 10. Больше не надо считать. Первая метка влево.
вторая центр. То есть крест, череп, крест, череп, крест, череп. Все. У вас упал холи по воде. Да это потом понятно. Потом я отдал, как он, блядь, называется, гимн. И на мне метка. Знаешь, что я сделал, короче, блядь? Я дал вмешательство. Я отбежал от босса и дал вмешательство нахуй в Алису, блядь. Заебись, на не? Так ты цель-то меняй. Та, короче, у меня макрос был забинженный на него, у меня стоит две цели, блядь. А через братфендер я не вижу, где макрос, а где эта хуйня, короче. Я нечаянно нажал на макрос, блядь, мышкой, не мьё у мышкой человека выбирай. Да я так и делаю. Просто что-то я этот раз нажал нахуй, короче. Где оно, блядь? Ебучий макрос, блять. А лучше всего в локо выбирай, потому что лок сразу перекидывается, и все. Ребята, даже бой, бой элементарный. Завязывайте вот это тупилово. Все очень просто здесь делается. Главное... Что, может вам огурцы поставить? Что, поставить? Давай ставь, а то я и так... Твои фласки почти все выпил. Знаешь, да. Если они не выживают... То же самое, уже 10... Они еще и огурцы не смогут заюзать. Это же надо лишнюю кнопку освободить на панели, поставить туда этот огурец и тыкнуть еще успеть вовремя, пока не сдох. Я очень сомневаюсь, что они вам помогут. Ля, у меня кнопка под него специально стоит. Попробуйте, попробуйте. Сука, дебильный так ебанулся в вара, в танк. Честно, пошел на минуту, тоже быстро отойду. Я походу после этих траев нахуй пойду и куплю сигареты, серьезно. Это пиздец. У тебя есть кто еще в кару? Обычно. У меня? Угу. Все. Я бы это провагонился этим мишкой. Который... Да меня уже один вар танк спрашивал, соберу ли я в кару сегодня. Мишкой? Вот, у тебя еще мишка есть? Ну он да. Как есть, он как бы 200, что там, 206. Я что-то купил 2Т9, это типа 100 ты мне дали. И Войд. Этот тапки мне сразу. А ДК что нет? ДК там 228, там уже можно тончить, только надо камни на меткость напилить где-то по 20 хотя бы. Там надо 6 камней, короче, чтоб кап был, и тогда можно тончить им. Так, можно. А смысл в сотке твинов? Ну не знаю. ДК лучше. ДК лучше, но там уже КД, двигалик. Смотрите, какая система, блядь. Чё-то я хотел сказать, забыл, что... Сука. Можно, скажу немножко? А. Ну, давай. Честно, ебнут немножко север. Чем? Тем, что просто-навсего я набрал 9 стаков обморожения. А, заморозился... А, нет, вот именно в глыбе я заморозился. 9 стаков набрал. У меня было половина хп. Я бабл прожал. Из 9 стаков под баблом я сдох просто-навсего. Как, а, что я тебе скажу, честно, в Синдре под баблом я также сдыхал. А, даже как, не сдыхал, просто. Когда я бабл прожимал, на меня метка не кидалась. Нахуй. Так склеп тебя убил. Не склеп, я под баблом был тогда. Тот так, ладно, собрались. Склеп пробивает бабл на любом сервере. Кушаем рыбку. Рыбу жрем. Ну, да, это значит победный трай, потому что рыбы давно не... А ты Войд восстановил своих персов, которых ты переносил? Нет. Их за один бонус можно восстановить. В смысле за один? В прямом я зашел, смотрю, блядь, все персов, которых мне ударили, могу за один бонус восстановить, кроме одного там за 97 бонус. Че, серьезно что ли? Да, на церкви такая хуйня есть. Зайду, проверю. Не знаю, правда, со шмотами или нет, я не знаю. Но если они не восстанавливаются, то можно восстановить, короче. Да я думаю, они шарят, что перенос усилится, поэтому они не дадут так тоже просто игроков потерять. Так, бонусы давно уже было восстановление. Первое восстановление за один бонус всегда всех персов на цирке. Все, пуляем. И минутку. Сейчас. Минутка, стоп, назад вернись. Что такое? Зачем ты подтверждаешь, если минутками? Я пошел за печеньками. На кухню. Ну и соседи, блядь. Надо пойти свою... А, я уже что хотел сказать, я уже, блядь, ТЦ себе перенес всё. Сегодня, блядь. Все готовы. Все, пуляем. Чек последний делай. Да все готовы. Какой написано. Чек? Все готовы, пошли.
Рыбу сядьте, ешьте, да и все. Кто не хилится. Он... Пуляем, блять, Алиса. Все, пулим. Можно вставать. Это прикол, да, такой? Какой прикол? Я ж сказал, я отошел на кухню. А ты подтвердил, блядь. Подтвердил, ну. Жаль, наверное. Фридом подпека. Сука, метка. Проверяйте метки. Справа. Вообще непонятно. Ну ага, я тоже не видел. Слева, справа далеко. Где лови? Сильнее бейте. Стоп, стоп, слева, стоп. Слева далеко очень. Последняя падает. Разбили. Как обморожение, блядь, появилось, ну, я не понял. Трепещите! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Навешали доты. Здесь ваше вторжение не окончится! Бежали на веру, дали фридом подыка. Видом дали хорошо. Метки выбежали. Слева близко забежали. Справа. Близко. Стоп под склепом. Далеко вправо. Пошла ловить. Слева близко. Разбили. Есть. Поднимаем рейд, поднимаем рейд. Роме, 1 000 000 ГП. У меня индикатор, не видно сколько стаков надо переделать дебейны. Так неудобно, пипец. Стаки навешали, дебафы. Короче, мы Геру дадим на третьей фазе. Мы должны так перевести.
Наша задача не сдохнуть. Ну короче, вот смотри сам, если когда с командой сам сгеру, скажешь, будет. Сам скажешь. Стоп уж склепом, на. Блять, по правой склепа уже 40 на меньше. Блядь. Последняя падает, да? Разбили. Готовимся, первая метка налево в крест пойдет. Роме пошел. ПДД чуть-чуть подбейте сейчас склеп, потому что будет тяжело. Разбили. Следующий центр. Сейчас протяжка будет. Честер. Прохиливаем танка. На мне, да, не пойму. А, Дим, на хп дай. Все. Геру, давайте или нет? Налево, 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 в крест стало. А мне куда? Жди пока, Геру. А, да, подожди, чем... Блядь, это опять я на... Да что ж такое? Разбили все склепы. Следующий центр. Центр освободили, блядь. Твой хозяин центр. Да какого... Разбивайте склеп. Обойду БР. Она в склепе. Разбивайте быстрее. Разбивай. Налево пошел, вот сюда. В крест. Встаю. Блять, не успею дать побить босса. Разбили склепа, блядь. И давайте рост или как, или что там? Дали Геру. Не, рано. Ушли с центра. Простяжка, блядь. Сколько там лямов, блядь? Дал ШВ, захильте. Хил рейда. Каску, разбили склепа. Там БЗ каплю. Разбили склепа, быстрее. Замерзли все, все. Блять! А, все. Что это было, блядь? Это я был. Ты что, не видишь себе дебафы, что ли? А я что-то вообще, блин. А я не знаю, сегодня слабо. Я вчера был день тяжелый. Сам нахуй разобьёмся, блядь. Но тебе же такая птичка синенькая, моргает. Ты чё, куда смотришь? В Синдру только? Или ты как, от первого лица играешь? Да не от первого. Так что-то не знаю. Возле циферки с категории вешаются бафы, дебафы вешаются. Красненькая метка, написано ледяной склеп. Фиолетовый. Да у меня там, к сожалению, индикатор, надо ДБМ как-то настроить. У меня индикатор, я даже не могу посмотреть, сколько у меня стаков. Какой индикатор у тебя возле четвертой категории? Ты знаешь, что можно на стандарте играть? И все там видно прекрасно. Где дебафы, там все понятно. 1, 2, 3 прибавляется в кубике, так сказать. Уф. Так, ну, не дело, ребята, когда вы не знаете, что происходит. Здесь нечего делать. Это неправильно.